всех нас этим событием, не просто выделиться отдельных победителей. И в первую очередь поздравить команду победителей, потому что все-таки работа сыщика – это не просто индивидуальная работа. Да, каждый из нас индивидуально, каждый из нас должен уметь применять все те навыки и знания, которые мы ему обладаем. Но любое раскрытие преступления – это всегда командная работа. Ну и, конечно же, отдельные слова благодарности и поздравления нашим чемпионам, нашим лучшим профессиям. В этом году получилось добиться успеха в занятии первое место. Приятно было провести это время в кругу коллег из разных областей. В этом году победитель награждается служебным автомобилем. Я думаю, моему подразделению будет приятно получить новый автомобиль, и это будет способствовать достижению еще более высоких показателей. Я очень рада, что заняла второе место в смотре конкурса в личном зачете, так как участвовала в данном конкурсе впервые. В следующем году я буду стремиться к еще более высокому результату. И считаю, что девушка в службе уголовного розыска занимает также значимое место наравне с мужчинами.